Практически в ежедневном режиме мы сейчас весь скопившийся мусор вывозим. И также в преддверии 9 мая мы отдаем дань ветеранам, которые здесь похоронены на существующем участке. И, соответственно, также проводим здесь генеральную уборку. И, собственно, говорю, что эта территория у нас убирается ежедневно. Мусор возили вчера и позавчера. Соответственно, сегодня уже некоторые эти баки полные. Соответственно, эту работу будем продолжать. Также мы сегодня здесь провели работу по обходу, по подготовке к обработке противоклещевой. Акарицидная обработка, соответственно, сейчас здесь сделали специальный забор клещей для того, чтобы после обработки, через 10 дней после обработки пройти еще один обход и посмотреть, был ли эффект от акарицидной обработки или нет. Что касается самой обработки от клещей, она у нас начнется с 6 мая, будет проходить примерно 4 дня. Мы будем обрабатывать все наши муниципальные кладбища, все наши парки и скверы. Также территорию Березовой рощи, тот участок, который мы облагоустроили в 2020 году. Но в любом случае жителям нужно понимать, что в этом году погода довольно-таки неблагоприятна для проведения акарицидной обработки, потому что все должно быть уже хорошо просохнуть. Но у нас то идет дождь, в некоторых местах еще не растаял снег. И поэтому в любом случае сейчас мы ее обязаны провести, и мы эту работу выполним. Соответственно, не забываем при посещении мест на кладбище о мерах безопасности. Это как минимум и обработка определенными спреями. Также по возможности одевать специальные вещи, либо носки, штаны заправлять в носки, для того, чтобы клещ не смог заползти вам под ваши вещи. Соответственно, за этим обязательно следите, и когда приходите домой, делайте соответствующие осмотры. Это очень важно, потому что, ну, это наше с вами здоровье, и кроме вас в этом отношении никто за вами проследить не в состоянии.